Здравствуйте, партнеры соцсети M-Power. В связи с тем, что изменились немножко правила выставления продукта, я пишу этот ролик. Итак, мы зашли в Marketplace, кликнули «Написать новый листинг», выбираем продукты, помещаем фотографию, размещаем фотографии продукта, который продаем. Переходим в наименование и описание. Напомню, что каждое слово в названии должно начинаться с большой буквы. Далее вставляем описание продукта. И здесь же в описании можно указать информацию по доставке. Итак. Вверху я вставила описание продукта, и чуть пониже я написала детали доставки. Кликаем кнопочку синенькую «Продолжить сейф». Выбираем категорию «Часы и ювелирные изделия». Проверяем сеттинг. Так, здесь дается две возможности. Выставить товар на аукцион или по фиксированной цене. Выставим товар на аукцион. Сейчас пока настроечки слетают по дням, ну, можно выставить на 7 дней. Начальную цену, допустим, поставить $5. Резервная цена, к примеру, $50. Зайдем в этот раздел «Онтайм курсы». Здесь предлагают сделать месячную подписку или единоразовую покупку. Естественно, единоразовую. Доставку я оставлю бесплатную. Зайдем в раздел «Shipstore». И укажем страну Россия. Другую страну я убираю. Итак, выбрана страна Россия. Продолжаем. Одна фотография слетела. Ну, ее можно поставить. Вставляем. Продолжаем. Здесь это выкидывает на страницу подтверждение. Мы проверяем, все ли правильно написано. Аукцион на 7 дней. Наименование «Кварцевые часы, браслет». Описание, доставка, категория, начальная цена, резервная цена, шиппинг в Россию. Соглашаемся с условиями. И синенькую кнопочку кликаем. Итак, здесь еще нам предлагается еще одна деталька. Здесь можно сделать настройки. Сделать спонсорство или убрать спонсорство. Я убираю спонсорство. Вот здесь предлагают, чтобы товар покупался только с PayPal или кредитной карты. Чтобы не было отказов о покупке, ограничить покупателей, которые имеют, допустим, 10 отказов за 10 дней. Можно поставить, допустим, 2 отказа за 10 дней. Разрешу только покупателю, который находится в странах, которые я выбрал. Да, только пусть из России люди смогут ее покупать. Save. Здесь можно написать еще дополнительные сведения для покупателя. Я этого делать не буду. Итак, кликаю Save. Вот меня перекинуло на страницу Marketplace. И часы, которые мы выставляли, выставились на продажу. Итак, страна Россия. Бесплатная доставка 6 дней. Начальная цена $5 и резервная цена $50. Если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал. С вами была Лариса. До новых встреч, новых роликах. Всего вам доброго. До свидания.